Трехмерная летопись Зимней войны. Проект направлен на сохранение исторической памяти о советско-финляндской войне. В ходе реализации проекта формируются группы добровольцев, которые ведут поиск информации о подвигах, совершенных в период Зимней войны. Добровольцы проходят курс обучения основам архивного поиска, ведут научно-исследовательскую работу, публикуют результаты в журналах и сборниках. Польза проекта заключается в том, что он ориентирован на молодежь, обитающую в виртуальном пространстве. Собранная добровольцами информация визуализируется путем компьютерной графики. Строятся модели красноармейцев, техники, которые в свою очередь используются в создании анимированных видеороликов и серии скринартов. Через 2 года проект будет представлять собой пакет методических материалов, используемых в изучении дисциплины «История» в техническом вузе. Для меня важно, чтобы сегодняшний студент, несмотря на то, в каком мире он живет, знал историю своей родины, помнил подвиги своих дедов и прадедов.